Привет, с вами Глеб. Всем привет, с вами Глеб и Федя. И мы сегодня повыживаем в Майнкрафте на Фединой карте. Правильно ты говоришь. Итак, сейчас мы начинаем. Эй, ты куда ходишь? Подожди. Стой, я добываю дерево. А, давай вместе будем добывать дерево, и я с помощью верстака... У меня есть одно дерево. Я дерево ломаю. И, значит, смотри, Федя, мы будем выживать и строить дом, но сначала нам нужно оружие. Я тебе все сделаю на верстаке, окей? Да. Все, давай начинаем. Кстати, я первый летсплейщик, который снимаю Майнкрафт на мобильном устройстве. Так, стоп, тут куча деревьев, давай ломай. Я ломаю. Ты дерево-то возьми. У тебя же есть дерево? У меня четыре дерева. Так им будет легче ломать, возьми его. Я взял его. Все, молодец. Так, у меня 5 дерева. У меня 4. Ну, уже 5. У меня уже 5. Эй, у меня так дерево, да? Так я тебе потом скину. Уже сразу оружие. Хорошо? Да. Кстати, прошлое наше видео в Майнкрафте набрало достаточно много просмотров. И мы решили продолжать этот наш замечательный летсплей. Так, все, стоп, подожди. Эй, мне ружку. О, спасибо за деревяшку. Так, вот. Кстати, потом я тебе могу дать другого скина, чтобы ты этим не играл. Потом мне дашь скина Человека-паука, мне он нужен. Человека-паука? Ну, потом, да. Я подожди. Подожди, я делаю пока нам оружие, подожди. Так, все, отлично. Теперь снова. Что же ночь будет? А, вот так. Утречком. Федя, ты где? Я здесь. Ты где стоишь? Вот. И. А, ой, извини. Так, вот это тебе меч, набери. Давай. Вот. Ой, извини, не то скинул, это палки. Ну, давай мне меч. Вот, набери. Где? Вот, спасибо. Все? Так, почему я его снова взял? Да дай мне меч. Бери. Все, взял. Да почему, Федя? Так, плачь, Федя, давай. Отойди дальше. Пошел. Бери этот... Стоп! Назад. Назад. Так, теперь... Мы сегодня будем играть на двух картах. А где мой меч? Вот, бери. Все, взял? Да. Так, теперь я сейчас крафчу нам... Ой, не кирочки, то. Кирочки, мне кирка нужна. Так. Так. Стой, нам на кирку не хватает. А у меня... Блин, у меня... Кажется, не хватает. Стой, подожди. У меня ведь хватает на кирку. Да, мне хватает на кирочку. Так, делай кирку. Две сделай, пожалуйста. Ладно, я еще одну сейчас кирочку. Да? Давай, просто жми блок. Блок. Так, палка. 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 И кирка. Кирочка. Все? Так, теперь сбрасывай одну мне кирку. Стоп. Просто бери кирку и жми на нее. Я знаю. Так, стоять. А, я тебе палку скинул, не бери. Так, давай, кидай мне кирку. Кирку. Я кидаю. Да сейчас скину. Где она? Да стой. Вот. О, вот. Давай. Все, у тебя есть кирку? Забышь. Стойте. Федя вышел, сейчас мы продолжим. Ну, бывает же такое. Бывает, случайно нажал. Давай дальше. Так, вот, блин. Ты меня же... Ты, походу... Все, я включился. Мне придется снова... Блин, все, спалил. Так. Сейчас зайду на мир, подожди. Ты меня видишь? Да нет. Подожди. Ты меня видишь? Все, я тут, вот я. Все. Ладно, пошли. Сейчас надо добыть камень. А верстак с собой возьми. Ладно, я с собой возьму. Я отвечаю за все наши вещи, окей? Да. Кстати, я еще... За мою кирку я сам отвечаю. За твою кирку ты сам. Иди ко мне. Подожди, не уходи от меня далеко, не то мы потеряемся. Пошли. Мы же как-то все-таки сможем найти друг друга? Наверное, по никнеймам видно будет. Так, подожди. Надо сначала найти... Ну-ка посмотрим. Что если прокопать? Там будет камень? Да там, конечно, будет камень. А, да, там будет камень. Но... Так, подожди. А, спасите меня. Я упала. Да что ты делаешь? Копать?
Так, подожди. Ты пока нет. Ты стой снаружи и никуда не уходи. Охраняй меня от мобов. Мобы это все зомби, все эти вот. Кстати, потом надо будет еды добывать. Ну, не сейчас, окей? О, я нашел камень. Так. Иди сюда, свинья поганая. Зачем? Сейчас-то. Нам не нужна еда. О, Глеб. Стоп. Стоп. Так, нам нужно как можно больше камня. Эй, ты куда спустился? Отойди. Ай! Блин. А. Что? Нам не нужен тот камень, который ты добываешь. Нам нужен... Я не добываю, я его ломаю. Так зачем? Все. Лучше ломай просто камень. Так, стой. Так. Это, кстати, курс выживания, Федя, тебе по Майнкрафту, чтобы ты знал, как что делать. Так, все, отлично. Ну, в принципе, нам, наверное, хватит уже, но... Да не, нам не хватит столько. Да, нам надо намного больше, потому что тебе ведь еще надо кирку и меч. И топор еще нам нужен, чтобы нормально уже. Кстати, наверное, кто-нибудь перешел все-таки по ссылке в описании под прошлым видео. Ты видишь, что под тобой? Собирай. Кстати, я надеюсь, что кто-нибудь под прошлым видео нашим... Так, я сейчас соберу уголь. Стой! Не забирай меня. Я надеюсь, что кто-нибудь под нашим прошлым видео... Под нашим прошлым видео все-таки... охотно перешел по ссылке в описании и скачал приложение с мобильными серверами. Надеюсь, мы там встретимся на этом сервере. На каком-нибудь... Я могу всё, вам... Я к тебе... Дать свой... У нас 6 угля на норме ведь, да? Ладно, я не буду говорить лишнее ничего, только про выживание, потому что ты только об этом говоришь и немного меня перебиваешь. Блин, нет. Так, подожди. Да. Я выкидываю лишние всякие палки, ладно? Ты мне тоже выкидывай? Тебе? Да. Нет, 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 нет. Ты для меня хотя бы добыл. Для тебя я все добыл, подожди. Так, мне теперь нужен еще. Короче, около здесь мы построим дом, потому что здесь у нас шахта. Так, кирка я тебе сделал. Себе я не сделал меч. Здесь у нас шахта. И тебе я сделаю меч. Так, тебе, наверное, топор не понадобится. Да топорик мне не понадобится. Так, Федя, Федя, стой. Спустись в шахту. В шахту спустись. Бери, это тебе меч. Это тебе кирка. Ой, где? Сейчас, подожди. Дай, дай. Вот кирка. Все отлично, да? Да. Я выкидываю ненужные вещи. Можно? Да. Ладно, давай. Так, что у нас тут? У меня кирочка не уходит. Серьезно? Ладно, да, давай, уходи. Пошли. Стой! Извините за лишние шумы, просто сейчас немного помеха. Я надеюсь, вам это не помеха, и вы полностью погрузились в наш ролик. Вау! Ты где? Слушай, а давай лучше домик в дереве построим. Да. Нет, 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 нет! Ты вообще где? Я тут. А, вот. За тебя, Дэдпул. Так, я опять беру верстак, потому что он нам еще пригодится. Я ломаю дерево, потому что оно мне мешает пройти. А, я тут могу. Ага. Так, подожди. Странно, но я люблю себя как ног. Наверное, у нас скоро видео будет завершаться. И следующее видео, завтрашнее, мы тоже будем достраивать наш замечательный домик. О, смотри, какой большой головастик маленький. Смотри. Ну, разве он не миленький? Миленький. Эй, ты где? А ты где? А, вон ты где. Ай, я тебя не вижу. Да вот, я сзади тебя. Ты что бьешь? Ладно, извини. Так, знаешь, тут, по-моему, очень много деревьев. Стоп, что на месте, кажется, что-то вижу. Что на месте? Что на месте? Я добуду пока что. Не надо. Далеко от меня не уходи. Эй! Эй, ты чё? Ты зачем? Я можно тебя попранковать? Нет. Пожалуйста. Ну, я буду знать, что ты меня пранкуешь. Да все, Федь, хватит. Я тоже хочу тебя пранковать. Эй! Кто?
кто кого перепранкует, да? Да. Эй, блин, кто ступеньки оставил? Ладно, ладно, Федь, заделаем. Можно я тебя попранкую? Нет, Федя, сейчас не до пранков. Сейчас надо дом строить. В общем, строить. У меня 4 дерева и 6 угля. Кстати, скоро видео наше будет заканчиваться. Ну ладно, мы пока построим дом и отлично. Всем привет, и мы снова продолжаем. Для вас это было очень быстро, то есть мы остановились, хоп, а на самом деле прошло уже, наверное, больше 30 минут, потому что мы реально очень долго с ним делали наши домики. Это было очень трудно. Да, знаю, может быть, настоящий нормальный такой майнкрафтер все бы это быстро сделал на раз-два, и все. А мы это делали долго, потому что мы в Майнкрафте совсем недавно. Но ничего, я надеюсь, вы нас поддержите лайком. И, конечно же, подпишитесь на мой канал. Кстати, Федя очень хороший парень. И я надеюсь, что у него будет скоро, там, через год свой канал. Вы обязательно на него тоже подпишитесь. И сейчас мы с Федей идем в его дом. Стой. Смотрите, мы вместе построили такой замечательный домик. Да, он, походу, получше, чем мой. Эй, стоп, где дверь? Почему она выломана? Это сейчас делай блок, она перевела. Это лишние блоки. Слушай, что ты жопой? Ай. Что ты ко мне жопой перевела? Ладно, короче, Федя, нужна еще одна дверь. Так вот, я про это и говорю. Ну, мы, короче, все с верстака сделали всякие фонарики. Ну, из печки, естественно, фонарики. Печь мы уничтожили, не знаю зачем. Ну, короче, просто прикольнулись. Просто фонарики сделали из печки. И печь уничтожили, не знаю зачем. Да. А кирку я экономлю, потому что каждый раз перестраивать все это по новой, ну блин, как-то не хочется. Кстати, у нас очень уютненько и удобно, знаете в чем? Смотрите, сейчас я вам кое-что покажу. Реально очень красиво и уютно. Только сначала вот сделаю дверь, Федя. Так, вроде 6 блоков. У меня есть дверь. Да? Да. Ну ладно, тогда ее не надо. Мы не сильно обустроились, но смотрите. Вот мы спускаемся сюда, спускаемся. И вот как тут уютненько. Маленькая-маленькая коморочка. Стой. И в этой маленькой коморочке у нас тут верстак и еще что-то. Короче, неважно. Я иду в свой дом, Федя, не ломай ничего. Федя где-то уже, оказывается, пока я там дома обустраивал, добыл золото, переплавил его. И сделал кирку золотую. Да. Ну ладно, я, в принципе, без золотой проживу. Мне и так нормально. Так, значит, я пока перемещаю. Знаете, в чем небольшое неудобство мобильного Майнкрафта? То, что когда ты делаешь что-то на верстаке, тебе сразу показывают, что ты можешь делать. То есть ты не сам ставишь блоки в клеточки, а уже за тебя сразу они поставлены. Кстати, мы, Федя, долго на яблоках не протянем. Ну, да, у нас всего лишь двое. Да, на один раз, короче. Ты что там делаешь за моим домом? Это мой дом. Это мой дом. Да? Да. Твой-то вон где? Ладно, я пока посмотрю у тебя, как выглядит домик. Он реально очень уютный. Да где опять дверь? А я его поставлю. Ставь, пожалуйста. Иди ко мне. Видишь мой никнейм? Никнейм, да. Все, давай, иди ко мне. Сейчас. Давай, ставь дверь. Точнее, перекинь ее мне. Ну, в принципе, да, все. Стоять, ты неправильно поставил дверь. Так, подождите, я поставлю правильно. Не факел, а дверь. Факелов мы сделали целый стак, я не знаю, зачем мы это сделали. Ну, на всякий случай, на всякий случай.